готовим лекарство от всех болезней. Называется подмор. Для этого берем подмор, слегка подсушенный, прополис, спирт 95-й, 22-го года розлива, пустую бутылку герметичную. И начинаем готовить. Засыпаем всю эту смесь вот таким образом. Желательно брать посудку, чтобы горлышко было пошире, будет легче засыпать. Должно получиться не менее половины объема. Лучше, конечно, чтобы 2/3 дошло. Тогда будет более крепкий, как говорится, раствор, более полезный. Ну, серьезно, вот данное лекарство спасает от всех практически болезней. Если делать настойки только из прополиса, они, как говорится, лечат половину болезней умеючи. А вот данная смесь уже от всех болезней. Ну, по-разному ее надо применять. Где наружные, где внутренние. Периодичность разную используют. В общем, люди применяют только это, рады, живут сколько хотят. Чуть-чуть мельчим, чтобы не было проблем. Все используем, ничего не попадет у нас. Все до единой пчелки на пользу пойдут. Вот животные, конечно, насекомые. Сколько добра делать людям. Наливаем. Вот он. 95-й. Сам выпил. Да, лекарства надо. Запах какой. Красота. Вкуснятина. Эривань. Кто пил, пишите в отзывах. Этот я пил, проверенный, очень вкусный. И такой тоже бывал, давненько употреблял. Ну все, достаточно. Самое главное, теперь закрываем герметичной пробкой, убираем в темное место при комнатной температуре. Настаивается месяц, ну, полтора. После этого будем процеживать данный раствор. Он отстоится немножко, будем цедить. Конечно, уже столько не выйдет, выйдет уже поменьше. Немножко спирт ушел, впитался в пчел. Сейчас еще добавим чуть-чуть, чтобы сверху пчелы не были, закрыты были спиртом. О, отлично. Ну все, будьте здоровы.